Владимирский сад был основан еще в 1873 году. Свое название сад получил в честь великого князя Владимира Александровича, который посетил город в 1868. В этом году парк открывает летний сезон в 146 раз. Парк не закрывался даже в тяжелые годы Великой Отечественной войны, оставаясь любимым местом горожан. Эта любовь не угасла и по сей день. Нынешний парковый сезон пройдет под единым лозунгом «Парк театральный». Мы начинаем нашу программу замечательную с открытия фонтана Владимирского, поскольку год стилизован театрально. Поэтому, конечно же, фонтан наш открывается точно так же в театральном стиле. И ходят аниматоры, очень много людей, которые радуются происходящему дню. Поскольку сегодня у нас еще посетили наши постоянные гости, это профсоюзы с их традиционной маевкой. Главное действующее лицо маевки – наш земляк Владимир Ленин. Зрители очень тепло приняли земляка, организаторы от объединения профсоюзов. Реакции зрителей довольны. Мы представляем профсоюзы. А сегодня профсоюзы празднуют свой один из основных праздников – 1 мая. Мир мира, труда и весны. Мне кажется, в этом в трех словах сказано абсолютно все. Мир – это то, что каждому человеку необходимо, чтобы быть спокойным за своих родных, близких, кого мы любим. Труд – это то, ради чего человек живет. Да? Труд на предприятии, в организациях, труд дома, создание семьи – это тоже труд. Ну а весна – это когда все пробуждается. Свежий воздух, тематические программы, аттракционы, работники парков успели приготовить много интересного. Так что скорее в парки. Активный отдых ждет всех ульяновцев. Павел Половов, Юрий Ломатов, новости «Ульяновской правды».